Ассаламу алейкум, друзья. У нас снова наличие многофункциональные топоры. Состав топора входит свисток с розжигом, рукоять встроен нож вот такой вот и вот такие вот ножны из АБС пластика. Свисток функциональный, также розжиг. Сейчас продемонстрируем вам. Так, далее у нас получается ножичек. Покажем вам, что нож функциональный тоже. Так, дальше много вопросов возникало по прочности рукояти топора. Проведем тест на прочность рукояти. Далее, друзья, перейдем на саму сталь на топоре. Вот такой вот пруток. Попробуем порезать его. Вот смотрите, пруток режется, топор не меняем. Специально бью медленно, чтобы не разлетался. Так, покажи пруток, топор на виду. Фу, далее смотрим. По зазубринам никаких зазубрин, ничего не осталось. Дальше еще, чтобы у вас не было сомнений, никаких проблем. Вот. И дальше еще на обратной стороне топора молоточек у нас. В наличии, друзья, заказываем.